работа тоже в зале в боксерском. Там я учу, здесь я учусь. Там я анализирую все в голове и пытаюсь людям объяснить. Может быть, как-то более просто объяснить. Потому что, ну, Марсоныч, как говорит, там, одновременно, вот бей одновременно. Чуть делай движение, там, вперед бьешь, одновременно. Вот как одновременно сделать все это вместе? То есть вот некоторые есть хитрости, чтобы объяснить человеку, который занимается там даже для себя. И он начинает бить неплохо.